Следующее вино на нашей дегустации – это Мильстрим, коллекция Cellar, Мерло, 2018 года урожая, ЗГУ, Кубань, Таманский полуостров, Краснодарский край, Россия, алкоголь 12,5% объемных. Вино рубинового цвета, средней насыщенности, нос чистый, умеренной интенсивности. В ароматике мы с вами чувствуем, как перекликаются ноты красных ягод, в частности вишни, и ноты черных сушеных ягод, в частности черного изюма и чернослива. Также мы чувствуем ноту дыма и легкие нюансы специй. Во вкусе вино сухое, с умеренным, хорошо интегрированным алкоголем, со средней плюс сочной кислотностью, с достаточно обильными молодыми вяжущими танинами, со средним телом. С умеренной фруктовой концентрацией, в среднем минус по продолжительности послевкусия. И в общем и целом можно сказать, что этому вину немножко не хватает интенсивности и гармоничности в ароматике, а также сортовых характеристик, а во вкусе немножко не хватает фруктовой концентрации и продолжительности в послевкусии, и присутствует вопрос, опять же, молодых сушащих танинов. Тем не менее, это технически корректно сделанное вино для употребления на каждый день. Я рекомендую его пить сейчас, оно готово к употреблению. У него есть потенциал дальнейшего хранения в бутылке, примерно 1-2 года. Оценка 83 балла. Купил за 595 рублей. Cheers!